После 13 туров Краснодар и Динамо разделяло всего одно очко. И каждый из соседей по турнирной таблице рассчитывал в этой встрече на максимум. Если наставник москвичей Дан Петреску выставил на поединок практически всех сильнейших, то ролевой Краснодара Славолюб Муслин не мог рассчитывать на свою главную ударную силу – форварда Юру Мовсисяна, которому не позволила сыграть травма. Кроме того, в запасе черно-зеленых достаточно неожиданно остался Игнатьев, чье место на правом фланге полузащиты занял номинальный игрок центра Коман. Именно он и имел первую матчу возможность отличиться уже на второй минуте, но пробил рядом с дальней штангой. В дебюте краснодарцы прижали гостей к воротам, и шестая минута ознаменовалась еще одной хорошей атакой, в ходе которой Шипицын подрезал мяч головой после нацеленной подачи Жаузиньо, но пустил снаряд параллельно створу. Динамовцы, постепенно выровнявшие игру, на 15-й минуте получили неплохую возможность выйти вперед. Лайнсмену показалось, что голкипер Краснодара Синицын с мячом в руках выскочил за границу штрафной, и он просигнализировал об этом главному арбитру. Стандарт, назначенный в 17 метрах прямо против ворот, взялся исполнить Джуджак. Белое ядро после его могучего залпа просвистело в полуметре от крестовины. Вскоре у ворот горожан возник еще один неприятный момент. Кокорин на диагональ Уилкшера не успевал, зато Курани достал мяч на дальней штанге и направил вдоль ворот. Синицын успел развернуться и зафиксировать снаряд в своих перчатках. Игра приняла более открытый характер. В ответной атаке Шипицын стремился внести мяч в сетку после сильного поперечного прострела, но в итоге едва не получил ногой по голове от соперника. Рефери Казьменко посчитал, что все было в рамках правил. На 27-й минуте Вандерсон, находившийся в убойной позиции, не сумел обработать мяч, направленный ему соотечественником Жаузиньо. За эту свою промашку 14-й номер Краснодара с лихвой реабилитировался 10 минут спустя. Быки заработали штрафной на правом фланге своей атаки, разыграли его с помощью домашней заготовки. После резаной подачи Дринчича мяч слегка срикошетировало голову кого-то из динамовцев, и Франциску Вандерсон, положив корпус ножницами, смачно вогнал его в дальний угол владений Шунина. В концовке тайма хозяева поля перевели игру в спокойное русло. Также неспешно началась и вторая половина. Краснодарцы добровольно отдали гостям середину поля, сами при этом искали шансы в контратаках. И одна из них на 58-й минуте оказалась достаточно опасной, вот только силы завершающему удару Шипицына не хватило. Правда, к этому моменту Евгений играл с повреждением и вскоре уступил свое место на поле Амисулашвили. А за минуту до этой замены свою, сразу двойную, произвел главный тренер «Динамо». Семшов и Набоа, заменившие Курани и Сапету, были призваны наладить комбинационную игру и добавить остроты бело-голубым атакам. Впрочем, в середине тайма опасность возникла снова у ворот гостей. Это Вандерсон в одиночку протаранил оборону соперников и вышел было один на один с Шуниным, но в последнюю секунду потерял равновесие и гранат лишил таки бразильца мяча. В 78-й минуте оба наставника израсходовали весь лимит замен. Петреску бросил в бой молодого хавбека Соловьева, Муслин же поочередно выпустил вингера Игнатьева и 19-летнего сенегальского форварда Канате. Динамовцам на какое-то время удалось осадить штрафную Синицына. Опасными получились два угловых подряд. Сначала Дринчич головой отразил мяч, направленный соперником в створ, а затем уже голкипер парировал не слишком сильный, но точный удар со второго этажа в исполнении Семшова. Главный арбитр Казьменко, будучи благосклонным гостям, добавил к основному времени целых 5 минут. И сделал это не зря. Публика благодаря этому узрела еще один гол красавец в ворота Динамо. Синицын, выбив мяч далеко к штрафной соперника, стал ассистентом Мусы Канате, который в касание с полулета феноменальным ударом с достаточно острого угла вонзил снаряд под перекладину. У Шунина не было шансов выручить свою команду. Зато через минуту динамовский кипер спас бело-голубых от разгрома, когда Марсио завершал как по нотам разыгранную комбинацию с участием доброй половины команды. Но 3-0 по такой игре, наверное, было бы перебором. А вот 2-0 в самый раз. Краснодар впервые в своей истории обыграл Динамо и вернулся на свою законную 9-ю строчку в табеле о рангах.